Экибастузе повышает энергоэффективность в дошкольных учреждениях. Там внедряют современные технологии по энерго-, тепло- и водосбережению. Сразу два детских сада попали в проект Всемирного банка. Почти по 100 миллионов тенге безвозмездно выделено на их реконструкцию. Таким образом, Международный финансовый институт способствует развитию энергосберегающих технологий в нашей стране. Этот яслисад один из немногих, которые выбрали методом энергоаудита. Проверяли все параметры. В итоге решили провести здесь капитальный ремонт. Совсем недавно в этой группе установили светодиодные лампы. Разница очевидна. В группе стало светло, комфортно, уютно, что, естественно, нравится не только детям, и родителям. Мне кажется, и на зрение, и на здоровье детей это благоприятно влияет. Энергосберегающие технологии влияют не только на внутреннюю атмосферу садика. Настроение детей и родителей меняется уже на подходе к дошкольному учреждению. Красивый фасад, окна с тройными стеклопакетами, непродуваемые входные двери. Передовые строительные материалы используют даже в утеплении кровли. Это красочный, яркий, солнечный фасад, который утеплен каменной ватой. Заменой пластиковых окон в группах, в кабинетах стало очень тепло. Наши дети сейчас в данное время ходят все в футболках, в шортиках, носочках. В здании полностью переделали систему отопления. Автоматизированный теплоузел значительно экономит расходы тепла. Здесь даже устанавливают сенсорные смесители. Это тоже снижает объемы водопотребления. По расчетам специалистов, общая экономия энергоэффективного яслисада достигнет 50%. Проект финансируется за счет специального гранта Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству. Были отобраны два дошкольных учреждения, которые наибольше нуждаются именно в реконструкции. Надеемся, что этот проект будет продолжен, потому что в нашем городе 24 дошкольных учреждения тоже нуждаются в реконструкциях. Всего по республике подобный ремонт ведется в 19 дошкольных учреждениях. На следующий год организаторы проекта Казахстанский институт развития электроэнергетики и энергосбережения планируют охватить еще большее количество детских садов. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Игликов из Павлодарской области, Хабар 24.